Погнали. Вот. Нам понадобился Ник Стив. Конечно же, Ник Стив. Это у нас круто. Ну, вообще. Да, но можно любой ник. Но также моя карта будет на сайте под названием «Карта публикатель». Я оставлю его в описании. Ну, ладно. Переходим к самому видео. Но как эту карту активировать, если мы хотим в нее поиграть? Ну, вообще, просто зайдите в поиск. Ой, не в поиск, а как сказать? Нам понадобится искать Егор Стив, и потом выберите всем и выберите все мои карты. Ладно, давай уже начинаем. Итак, давай же следим мир. О, ник должен быть для мира обязательным. О, я забыл сказать, что можно также ваши карты публиковать, но вы должны зарегистрироваться, чтобы сделать свои карты. Да, но зарегистрироваться можно. Ну ладно, давай переходим. И вот. Давай мы назовем карту. Туториал, вы также можете называть ее. То. Да. И выбираем плюски. Также я всегда день поставлю. Но можете что захотите поставить. Но всегда день и читы, это обязательно. Но можете без читов сделать карту. Если у вас похож, так и было крейс. Ну ладно. И давай же приступим к постройке самой карты.